А в региональной прокуратуре сегодня обсуждали, от чего или кого зависит безопасность на дорогах. Сошлись во мнении от водителей, пешеходов и, конечно, от качества магистралей. Именно на их состояние огромное количество жалоб жителей. Только за прошлые и текущие годы в области произошло 1896 ДТП, погибли 158 человек, 2500 ранено. Самые аварийные участки в Вельском районе и Котласе. Территория области правительством утверждена государственная программа реализации развития транспортной системы области. В ней прописаны мероприятия, которые непосредственно должны быть реализованы и направлены на приведение дорог в нормативное состояние. Среди таких мер – улучшение освещения магистралей, грамотная разметка, новые дорожные знаки и качество содержания полотна. Всего в этом году на ремонт дорог выделено 7 миллиардов рублей из федерального, областного и муниципального бюджета.